мои, Федора старшего, у меня убили, он работал в санитарном поезде. Разбомбили в Орле. Это в Орле, когда немцы подходили в Орлы. Наши должны были эвакуировать, погрузили в санитарный поезд. И вон я был в санитарном поезде, его уничтожили. Убили его. 16-го года брат получил тоже ранение, его тоже комиссовали. Теперь с 20-го года брат, у меня танкист был, Алексей, он был, мы служили с ним на западной границе. Я не знал, какой он армии, но мы служили с ним на западной границе. Его призвали, я его провожал в армию в 40-м году. И он попал туда, в эту, на западную границу. И когда первое было наступление, он был танкист. И он погиб. И он так пропал без вести, мать так и не дождалась. Его ждала, так не дождалась. Брат с 24-го года, Иван Царство Небесное, он недавно умер. Он был инвалид, у его пули сидела у мочевого пузыря. Ему операцию никакой не делали. Он тоже был в разведке. У его правая рука была вся уничтожена, и пули сидела в мочевом пузыре, и он все время страдал. И пули эта все-таки она вышла, но уже он потерял свое здоровье, и он вот уже как 20 лет тому назад, он тоже умер. Вот, а я еще по сей день вот пока еще жив. Вот такие дела у меня о моих братьях.